Более 2340 заявок поступило в аварийно-диспетчерскую службу, порядка 50% от работы. Но таков результат работы УК «Авангард Восток» за месяц обслуживания жилого фонда, пострадавшего от несвоевременного решения вопросов в сфере ЖКХ предыдущей организации. Вновь в центре приема и отработки заявок на Космодемьянской состоялась еженедельная встреча с жителями. Говорили о темах важных и актуальных, вопросах решенных и тех, которые необходимо решить в ближайшее время. Над оперативным решением каждой задачи вместе с управляющей компанией работают депутаты, блок жилищно-коммунального хозяйства, территориальные отделы администрации муниципалитета. Могу сказать, что результаты пошли только в среду, в четверг. Пошло снижение по заявкам жителей. До этого наоборот был рост. Начиная вот со среды, пошло снижение. Они стали закрывать, количество обращений жителей стало уменьшаться. Зима – горячая пора для коммунальных служб. Чтобы очистить микрорайон от снега и наледи, в целом навести порядок во дворах и придомовых территориях, во внутриквартальных проездах был нанят подрядчик. С сегодняшнего дня уже частично приступили, со следующей недели должны приступить в полную силу. На устранение проблем, с которыми обращаются жители на встречах, у «Авангарда» есть неделя до следующей встречи. Все обращения заносятся в протокол. Основные усилия брошены на ремонт коммуникаций в подвалах и устранение последствий прорывов. Всего того наследства, что оставила предыдущая УК действующей. Работы идут, но сделать предстоит еще очень много. Замена труб, лежаков, сборок, прочистка канализации, откачка подвалов. Важно. «Авангард Восток» продолжает набор персонала – слесарей, электриков и других специалистов. Нужны люди ответственные. Продолжает работу и Центр приема и отработки заявок УК на Космодемьянской, 15В. С понедельника по субботу с 12:00 до 20 часов. Заявки принимаются как в очном режиме, так и по телефону. 8-496-258-51-62. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.